Мужество и решимость броситься в бой и на помощь – это в характере настоящего мужчины. Легенда Восточного фронта – именно так прозвали героя Абхазии Дмитрия Чепенца, который родился в Беларуси, но сердцем и душой принадлежал нашей абхазской земле. Там детей давят танками. С такими словами в феврале 1993 года он приехал в Абхазию и сразу же принял участие в мартовском наступлении. Это наступление на Сухум стало для майора Чепенца первым испытанием на Гумистинском фронте. Как рассказывала мама, ему позвонили также друзья, сказали, там беда. Вот. Он подошел к маме, говорит: Лен, надо ехать. А это 90-е, да, развал, тяжело. Мама: ну а как так? Он говорит: ну там детей танками давят. Вот. И мама говорит: ну у нас двое маленьких, ну куда вот им? Они только переехали из Самары в Донецк. Вот. И мама ушла на работу, говорит, я пришла, у меня записка, баночка валерьянки, написано: Лена, по-другому не могу. Дмитрий Чепенец был профессиональным военным, его навыки и умения были бесценны. Накануне войны в Абхазии Чепенец работал инструктором в Центре спецподготовки разведдиверсионных групп, был офицером особой сверхсекретной группы спецназа «Дельфин» в своем родном Белгороде. Военную службу он начал в воздушно-десантных войсках в Чехословакии, а затем в Приволжском военном округе и достиг больших высот в профессии, что было обусловлено его природными талантами, невероятным трудолюбием и любовью к профессии. Тогда я, в принципе, руководил штабом обеспечения Восточного фронта. И когда увидел вот Диму, когда мы там познакомились, вот я увидел в нем очень серьезного специалиста, который прошел спецподготовку, который имел серьезный опыт. И он сам изъявил желание помочь Восточному фронту. Он когда видел, что мы, потому что в Восточном фронте ситуация другая была, блокадная была история, там были в основном добровольцы, народ воевал, и таких профессионалов, опытных, да, было очень мало. Этот человек был такой особый человек, даже я бы сказал, немножко романтичный человек, который от всей души хотел помочь, поддержать нас в борьбе за освобождение нашей Родины. И он был человек отчаянный, очень мужественный, храбрый. Я даже просил, боялся, чтобы его в бой не пускали, потому что, я сказал, он настолько отчаянный, может погибнуть, как бы, чтобы... Вот, ну, получилось, как получилось. Он сам, видимо, как разведчик, своим примером хотел показать ребятам, и он у нас погиб. И он как будто бы чувствовал, он оставил мне записку с адресом, что у него семья. Сегодня вот пришла дочка, внуки. Это приятное событие, что они знают память, где он находится, память о нем сохранится. И мы с вашей стороны, в принципе, делаем, чтобы им здесь было комфортно, насколько это позволяют наши возможности. В принципе, их встречают вот, и наши военные, и бывшие руководители подразделений Восточных фронтов опекают, внимание им уделяют. Это мы обязаны так делать. Мы не должны забывать детей тех, кто сложил голову на нашей земле за нашу свободу. Майор Чепенец хорошо знал минно-взрывное и диверсионное дело, был знаком с современными видами вооружений. В мае 1993 года командование решило, что Чепенец будет полезен и в другом районе республики. Он был переброшен на Восточный фронт. В июле 1993 года в составе разведывательно-диверсионной группы отправился на задание, с которого не вернулся. Майор Дмитрий Чепенец погиб 15 июля, прикрывая отступление своей группы в Кадорском ущелье. Дмитрий Чепенец был хорошим товарищем и настоящим профессионалом, вспоминает кавалер ордена Леона Илья Гамисоня. Я был начальником штаба полка, и, соответственно, все вопросы, связанные с вооружением, с разведкой и так далее, были нашей темой, а Дима во всех этих вопросах был специалистом, реальным специалистом, который прошел большую школу. Вот. Мы начали нашу деятельность с того, что проводили ряд учебных сборов, обучали наших солдат, наши подразделения, наши группы владению современными видами техники, это ПТУРСами, это ПЗРК, это другим видами оружия. Дима во всем этом был чрезвычайно компетентен. Вот. Потом мы получили задание по проведению операции в Верхнекадорском ущелье. Над этой операцией работали долго, готовились, несколько пробных выходов делали.
Значит, группу возглавлял Нодар Богателя, вот Алик Мебони. Эта группа поднялась через перевал Эрк-Зашира, отсюда, через Галисгинское ущелье. Они поднялись к перевалу Эрк-Зашира, и там, значит, они должны были взорвать линию электропередач для того, чтобы лишить электроэнергии Западную Грузию. Это была такая вот плановая операция. Вот. Ну, операция прошла не совсем удачно, нарвались на блокпосты. В высоких зарослях лопухов группа рассеялась. По отдельности отстреливаясь, они вышли к перевалу, где обнаружили, что потеряли троих бойцов, в том числе и Дмитрия Чепенца. К этому времени я поднялся в сторону Хаджала, встретил группу. Мы отдали команду возвращаться, найти. Кстати, еще несколько бойцов потерялось. Нодар Богателя со своей группой вернулся на поиски. К сожалению, нашли еще двоих бойцов. Они живы-здоровы были, немножко просто потерялись где-то там. Вот. Диму мы, к сожалению, в тот момент не нашли. После этого, значит, враг с той стороны укрепил свои позиции, устроили блокпосты, и пройти туда уже было практически невозможно. Так и закончилась война. В случае моей гибели прошу похоронить меня в Сухуми после его освобождения. Такое завещание на обратной стороне фотографии своей двухлетней дочери оставил герой Абхазии, доброволец майор Дмитрий Чепенец. Волею судьбы останки героя Абхазии были возвращены только спустя 24 года после гибели. До 2017 года он числился в списке пропавших без вести. 28 июня того же года в Парке Славы состоялось перезахоронение останков Дмитрия. В соответствии с его завещанием, таким пророческим, значит, завещанием, он был предан земле здесь, в городе Сухум. Вот, и его семья, значит, в частности, вот, Елена Николаевна, значит, дочь Дарья, внуки, вот вы имеете возможность наблюдать их, да, они стараются по мере возможности приезжать сюда, на могилу, встретиться, значит, с нами, с однополчанами Димы. Вот. Надо отдать должное, значит, абхазским властям. Значит, они всегда внимательны к ним, стараются им помогать. И я вот сколько я росла, то есть нас пугали, что в Абхазии ехать нельзя, да, ну вот как бы интернета не было посмотреть, как бы казалось, что что-то страшное. Я не понимала, почему в Сухум. Ну почему Сухум? Почему не Белгород у родителей, почему не Донецк, почему не его любимый город Ростов, где родственники? И потом уже, когда выросла, то есть появился интернет, и я поняла, что туда нужно ехать, можно, ну, надеялись сами найти могилу, но как бы он оказался в горах, и все сложно. Вот, и когда я приехала и увидела Сухум, я поняла отца. То есть я видела эту всю красоту, он очень любил море, то есть и я как бы вопрос отпал сам по себе. То есть он как бы на моей фотографии написал завещание. Мужественный, смелый и отважный боец. Именно таким он остался в памяти тех, с кем был знаком. Это был действительно такой мужественный человек, отважный, очень грамотный, добрейшей души. Знаете, значит, сейчас, может быть, это немножко сложно вот такой категории людей, значит, знаете, вот такую категорию людей встретить. Вот. Удивительно интересный человек, очень скромный. Вот о себе рассказывать не любил. Я из его рассказов помню, он много рассказывал о своей дочке, вот эта девочка, которая здесь сидит, и показывал ее фотографию. Это фотография девочки с косичками, вот мы все помним эту фотографию. Он очень любил свою семью. Семья добровольца Дмитрия Чепенца посетила могилу героя Абхазии. У него есть сын и дочь, растут четверо внуков. Я помню, когда он погиб, мне было почти 4 года. У меня есть пару моментов, вот, видимо, яркие. Когда папа первый раз приехал из Абхазии в отпуск, это большая сумка «Мандарин», спортивная сумка. И я маму спросила, когда выросла, говорю: «Мама, мне приснилось, но детская фантазия, возможно». Она говорит: «Нет, была вот эта большая сумка». И забирал меня из сада, я помню. Нам читали сказку про кружку енота, и зашел одет в форме. Так, конечно, все воспоминания остались у брата, потому что ему было 9 лет. Вы знаете, из рассказов людей, которые вы видели, для меня это человек с повышенной вот справедливостью. Я вот, когда во мне это кипит, я понимаю, от кого. То есть он был очень правильный, очень справедливый,
то есть честные, то есть он любил очень поэзию, то есть он сам писал стихи. То есть там моему Белгороду есть его стих, то есть на 9 мая. То есть очень много прям даже записей остались, то есть приятно почитать. Есенина узнал наизусть всего. Даже мама открывала книжку, начинала читать с любой строчки, он продолжал. То есть у него была феноменальная память. То есть, ну, для меня это вот не просто герой войны, да, защитник Абхазии. Для меня он герой как человек, как отец. В 1995 году Дмитрию Чепенцу посмертно было присвоено звание Героя Абхазии. Его имя навечно высечено золотыми буквами на пантеоне славы в Сухуми. Лаура Капш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.